Похуй вообще, РДД стоят в центре, из центра только для хилов. Там два Гансон зашел. Дива Гансона на. Стой, 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 там Драгонсон еще может в рейд. Потерпеть вместе с нами за компанию. Будет тоже ебашить по своим. Больше погнали. Таргетов для духа, нахуй. Да ты что, тут сразу седым станешь, нахуй. Не на голове. На пальцах ног, блядь. Милики, когда перебегаете, не бегите, блядь, по центру комнаты, пожалуйста. Или танка. А кто там заряженный на свитке выносливости? Еще дашь? Давайте не обосрёмся, пацаны. Это будет красивая победа. Как вы смеете ступать в эти священные покои? Это место станет вашей могилой! И покажи чужакам мощь нашего господина! Ты не в силах противиться моей воле! Две совы, блядь. Да этим станы. Я пушки снимаю. Да, вот нахуй, реально. Трапу дис... Красава, блядь, красава, нахуй. Сейчас я от лужи сдохну. Противиться моей воле!
death, motherfucker. Surprise, motherfucker. Surprise, motherfucker. Surprise, motherfucker. Surprise, motherfucker. Surprise, motherfucker. Дух отменили. Мили ползет. Мили. А чё, Ауди второй день за ломанием, бедняк? Его уже жалко. Это... Основа, чё с ней делать? Ролл кидать. Злой, это же маг. Ему на мейн. Ему на мейн, но... Маг попрёт. Женвен по ЕПГП берёт, чего вы мозги ебёте? О, да. Что, ЕПГП нету? А у него до сих пор нет основы? Женвену отдаю. Да. Отдал, наверное. Сколько там, 800, да? Все, пока они там отдают, уже трэш давайте сверху. Теперь с феном идти. Уже, наверное, изи плюс 800. Кирс, ты когда разгадывать будешь? Я чувствую каким-то униженным нубом, когда ты мишкой просто с меня срываешь. Да если на тебя не надо пулеть, я с тебя и паломся, тоже не проблема. Долгарам нормально там с хуярить с этим, блядь, неистовством. Ну это
хуёво с Нистосом пиарить. Она бафает после контроля, постоянно в макро забивает. Сними правильно Нистос, ты долдарам. А то сурка сорвёшь. Миродробительника тестишь. А как она вешается? У меня не было же его. Да, тебе, блядь, она леди бафает. Вешает. У нас еще было такой прикол, что паладин на себя кап на леди каплю вешал, а в леди-то дамага много проходит, и паладин сразу так умирал. Так ее надо тоже сливать, чтобы он ее не вешал. Все просто. Тоже работает, да, так? А что ты там ты не снял дамагу? Чего тебя не законтролили, из-за чего ты убил сову? Просто на леди нужно не попадать по ДМК. Он убил печатью, написано. Не снимает печать. Потому что он его не законтролили, потому что он был в бабле. Женой написал. Он по 2000 бьет с руки без печати. Да лох ты где? Бабля. Ну сову он убил. Что бэры показывали, там какой-то она, ну какую-то дополнительную хуйню надо скачать. Тыкните на сумок. А вот все, он приехал. Погоди, БР показывать не надо. Че, давай я в ДД, а Грун на нашем корабле. Конечно, в ДД давай, нахуй надо 5 танков. Давай, запускай, кто там орел. Фрост город запускай. Лететь уже пора. Джай нас ждет. Пускай, 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 босса. Корабль. Кирс. Сзади шарман. У кого там лошадь стоит? Уберите ауру. Чем тебе лошадь не убили? Ты паладинов. Я не могу понять. Любая аура дает то же самое, что лошадь. От льда, допустим. Та же лошадь сейчас на этом бою. Да это... Дайте кулак по ДК, пожалуйста. Примета такая есть. Раз уж нытьё началось, можно, пожалуйста, лапу и... Просто баф нету, но лапу хоть. Спасибо. Адмирал, адмирал зашел. Это не в настройках аддона, это в папку аддона надо что-то скинуть. Это надо просто скачать ДБМ этого, да, адмирала. Ещё раз говорю, ДБМ багается на БГ со спелтаймера, минус FPS, нахуй. Отключаешь просто на БГ и все его, в принципе. Но мне надо видеть спел таймеры, блять, союзник. Вот надо. Так ты отключи именно саму БГ, а не, блять, спелы. Оно отдельно отключается. А таймер флагов как не видите? У тебя есть клавиши рейды, вот где гнев короля лича, игрок против игрока. Нажимаешь загрузить настройку, отключить все нахуй таймеры. Все, блядь. Я тебе говорю не про эти таймеры, а спел таймеры, блядь, союзников. Это отдельный плагин. Они тебе нужны, они будут работать. А именно ДБшные отключат. Слэш ДБМ, опшн, спелы и отключи все, что тебе не надо. Там галочки стоят. Я во флудилку скинул скриншот, посмотрим. Карин, кикни потом магом. Тебе еще ИП начислять. И ГП, да? Не, ну только ГП. Вот второго нету, да? Жаль. Он вчера обрадовался слишком сильной жизнью. Воронки сролил наконец-то на тата. Пианисты здесь? Да? Начисли 800 джинуэну за основу. А давно ты здесь? Да? Да? Если вы думаете, что вы там не получите за первые два вайпа на леди, я начислю. Там начислили. Нет, а давай, я... Некоторые мне вроде... Мне вроде не за что там начислять. Так, же, ну я на 800, да? Он снова взял. И из Фарада я себя снял по 400. Миша начислил после рыба.
Ты имеешь в виду с паладина, да? Да. ДКшка только еще жив. Паладин. Леди. Блядь, 400 г точно. Все хилы, смотрите за войдом. Скажешь, если топлю надо. А ты щиток танковский свой кинь еще. Банку набрали. ЖП за основу дается 800 за эту херню. Когда собран ШМ будет, только ты, тогда 1000 еще сверху. На два раза делится. Или ты думаешь за посох 800 ВП, блядь? Давай каплю кого. Смогу подковать, может? Захильте кого. Набейте вот. Там зайдет мага, что начнет. Понадобится. Сейчас он друг трогает или не трогает? Уже ночь трогает. Ну, такое себе. Бедный пуха. В прошлый раз хотя бы плачку. Этот. На орке, кто меньше 16 вагоны, начисляю. Все схочно спекуются в танков? 16 это немного. Что-то почетное звание еще что-то дает, какие-то бонусы. Да не, просто ГПшку. Талдерам, ты вернешься к нам или ты все на совсем? Сколько он до этого давал? Да не, ретрика это может. Я первый раз 15 давал. 15, когда этот раз был. 16 ретрика можно дать спокойно. Я давал 500 в таком же гире, но в 270 у меня. Женой он офнулся. Сейчас только стало. Апнутри мира дроби. Который полная хуйня. Даже которую ты не понимаешь, почему даже. Скините скрин в Discord. Все позиции. Он когда-нибудь... Скиллов, кто хочет подамажить, можете подамажить. Паладина вся фишка. Чем больше урон от пушки, тем, блядь, больше дамаг. То, что твой крит там, блядь, 4 секунды от мили-атаки, которого и так до хрена, ничего не дает, блядь. Ну чё, мосса с денчиком давайте в этого. ДД. Там 3 шамана с лихвой захилят вообще. Вам не начислят ГП. Там один шаман. Один? А, ну да. С таким-то ДПС. Да, хилам-то не начисляют, чего пай. В смысле, Дэнчик, у тебя же 2-5. Тех, кто мейн стыки ДД, то... А, блядь, даже я не... Пока. Чё, ты останешься, Дэнчик, да? Топ-шаман один спекнул свой ДД.
А ты не хочешь вырезать Никитус? Надо дудку дудеть, не забудь. Я дудану. Умер бы я или выжил. Дудну, ну там лич же есть. По идее, кстати, лич должен прожимать. Ну это в ротации. Прожимаем, у меня в ротации, не переживайте. Вот тебе заранее дудка. Где дуд? А я что-то нормально. Я с Коватом или с кем, или с Бруном? Давай, пикнул. Чё ты туда повёлся, Даша, сейчас там уже танчик сверху. Да, без разницы. Без разницы. Ты только, вот чтобы вот такой хуйни не было, отворачивайся от него или что делай, стопы. Потому что, ты поняла, да? Да не, просто на ней может дебаф постоянно висеть, а ты будешь там. Это надо, чтобы он на мне висел постоянно. Потому что у нее... Ну ты понял. Давай, короче, ну я не знаю. Я заберу, буду дебафы забирать, это стоит вообще тогда. Ты просто перед каждым дебафом перетаучиваешь. Да, да, я так и сделал. Да блин, на нее руна кинулась, понял. Я стаунтил, типа, чё, кого танчить. На размах дает, пиздец, опять босс не. А, так чуть вчера ГП не лутал. Ой, бля. Теперь два я так. Блять, а вы можете в одну сторону повернуть? А вы что, его крутите? Нахуй вы вот этим вот занимаетесь, куда-сюда его? А, я не знаю. Я с этой стороны стоял, зачем? И кайфовое парирование вообще просто. Блять, я только крылья прожил. Пухан 25. Сейчас все вагонами будем, что вертели, да, Пухан? Да, пиздец, вы ниже танк. У Талдарам 16 100, да? Вот, на нет, не 16 100 у меня, больше. Тысяча, на 1500 у меня депес поднялся. Все сколько у тебя, какая пушка была у тебя, депес? У меня какая была? Ну, здесь. А что с Никитосом? Что там за 9700? О, собака мертвая. А ему нормально, да? Ну тут в самом низу как бы, ну, мосса в хиле, который 15. Лич, Позор, нет, нет. Лич 15, зачетный 13, нямка 12, но это хил. Пока тут совой 11, Никитос 10, но это он что-то за слабо. Никитос без собаки. Без собаки. Той пушки, у которой был урон меньше у самой пушки, чем у этой, логично, что у тебя поднялся ДПС. Враска, посмотри в гильдии. Что? Видишь? Вообще ничего не смущает в цифрах. Я вообще не понимаю, что это вообще такое ты скинул. Атака какая-то. Блядь, автоатака? Да? Один раз только попадание было, без крита. Чё, Кирс ГЦ? У тебя сколько крита было с бафом? 60. С дудкой сколько? 65? 67 с дудкой. А у меня 65 было. Сколько у меня крита? Сколько у меня крита? Ну ладно, на 2% меньше. Интересно. У тебя... Блядь, у тебя 5 автора. 5 без крита, и это 2%. Еще и блокаж. Ну я парирование, мне не докап.
А, у меня 26. Там, да. Смотрите, чтобы не пропустить, разрол идет в чате. Русгон разраливает. Там мусор ролят какой-то. Ага, АГП пишет. Ну, кому там как. Ну, у тебя автоатаки на 4 боль. На транс, да. Заберите кто-нибудь эту мейсу. Надо было, блядь, по первой крыле отдавать синюю джагу. Что я забыл то, что это целка. Привычка страшная. Все равно один раз крылья успеваешь нажать за это. Почему? Два. Не знаю, я один. Мне третий я не успеваю нажимать. Что ты крылья нажимаешь под Т5? Я это крылья не под Т5 использую. Это же монета на офспек была, правильно? Написали же. Да. Это типа в этот раз я больше дал. Да, прорыв такой. 21600 почти. Ну типа как я и говорил, у меня с тобой разница вот сугубо в том, что у тебя печать инквизитора. Да, она не дает ДПС. Блять, она наносит свой урон и повышает автоатаки и весь. Это ровно ее разница. Блять, один раз за бой. На сколько? Сразу там? На оф? Я хотя бы два раза ударил, что разница была, блядь. Ничем не отличаемся. Просто у меня молотки на 15% больше бьют, чем твои. Буду топовые совой с валькириями. Еще не решил. Почему ты решил, что у тебя молотки сильнее? Потому что под печатью инквизитора все сильнее бьет. Хуй знает, у меня одинаково криптовалось с тобой. У тебя типа 37600. У тебя ШМ. У меня 37400. Плюс-минус одинаковые в этом плане. Что это 300 силы плюс? А что такое, блядь, 300 силы, ты сам понимаешь, да? Это хуйня. У каждого бомжа есть, да, вот? Чё, ШМ-то, но... А. Бомжатская туха. То ли дело миродробитель. Но у меня есть и то, блядь. Бомж в квадрате. Смысл было вообще его просто брать? Потому что он... Лучше бы хотя бы скеля пушку взял. Надо лучше ударить. Ну, для вара может быть, кстати. Ага, блядь, гонишь. Для хурика нынешних тенденций, может быть, так пошло. Что печеньки за ГП? Кому? Это маг печеньку на мейнгейме. Так это обычно. А, это геровская? Ебать, сочувствуйте, земля пуп. Джокеру 738, ну, знаешь, пожалуйста. А чё пухом? Просто печеньки на Т5 стоят 500 ГП. А, не, ну Т5 это для этих мажоров. Ага, мажор. Не, ну я еще пока в ЗС ни разу не был. Вот, как там. А, точняк, он же маг, ему же похуй. Я забыл. Ебать. Это же маги. Ты из печеньки, да, на успех пароли, да, на халяву. Мага бог. Вот он нету... Утоните, пожалуйста, душу с прелести. Я нашел там ловушку. Ребят, всем привет. А есть смысл? Да, вторую нашел. Я что-то проебался с ловушками. Или нельзя. Потерей. А что-то сразу не уступило. Как это понять, что все без понтов? Это когда я в рекаунте на пятом месте. Тихо-тихо. Дела возникли, я отошла. Тихо, тут боешка. Сейчас можно вступать в рейд или нет? Или нет смысла? А ты кто? Вчерашнего разговора. Вот. А, у Лёхи спрашивать, наверное, он здесь? Но он здесь вообще нет. Алексей. Кирс, воронка. Кирс, воронка. Анчи, давай, воронка. Есть у кого-нибудь? Да, ты сунешь Кирсу, зайдешь. Так,
так, а Кирса как кто? Кабат, боешь. Скажите ник, пожалуйста. Не просто Горн, ник, мага. Жирного заебашь. Чтобы не мельтешил. Агри, блин. Кирс кольцо ролил с мастерством с корабля. Да, он уже даже на ОФ поролил. Никому не так. Ну давай я на ОФ заберу. Каким мастерством? С меткостью, что ли? С мастерством. Он свою ротацию скинул в чат. А что Талдарам не ролил кольцо? Вот это логично. Мастерство? Да не агильное нам кольцо всего боя. У меня же миротравительное мастерство. Ну да, я. Топуха. На самом деле, да. Не, когда появится 5-4 куска Т5, я еще ДПС прибавлю, как в раз, и даже больше, спокойно, легко. Т5 потому что дает ДПС. Охуительно, очень. По-любому. По-любому дает ДПС Т5. А что, не так, что ли? Я не с тобой будешь состапнять? Чего? Состапнять будешь? Нихуя не услышал, нихуя не понял. Состап будешь? Пока нет. Даю отчет на пол. Давай ты первая. Я бы сказал, если... Красивая победа. Ебать. Геру дать? Не надо. Парадами. Блин. Числим. Куда, блин, две под мелизоной? Чтоб начислялось, ЕП. За два. За одного и приход. Только за ребрада. Захильте хорошенько все. Цепаки пошли. После спор просадка идут первым. Получается. Два хила блюют, осторожно. Милики. 15 человек милик, твой пельмени. Под левой, под правой ногой рассредоточьтесь, чтобы видеть под ноги свои. Рада, тебе основная задача мне после каждого этого напоминать, после каждого квартала. Проще меня повысить, я буду начислять ИП. Много хочешь. Только танка хильте. Магом. Ходи, начисляй, у тебя есть звание. Я сам поначитаю, все равно я скоро зайду в рейд. Цепухи пошли. Забрал. Не бей. Кота прыгну там, ты сорву. Бери, я тебе сорвать. Котом не сорвешь.
вышки. Я ротацию на КП не знаю. Увечья, 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 вот вся ротация. Ну там глубокая рана. А потом увечья, увечья, увечья. Мне все было так просто. Да ну, да. Увидели, что выпало? Ты радуешься? Чем мне не радовать? Разве это говном пояс что-то радует? Лёха, ты тут? Я вон пояс в кое-веки увидел, это же. С крови я что делаю? Кинь, который... Ой, этому жену я накинь, он уже снова забыл. Чем? Ебаните мне сразу этот пояс. Мините ему сразу. Лёха. Перс, вот это пиши, сколько камы начислили, я чёрт покурю, приду. Что ты хочешь, адмирал? По поводу дезерона он нихуя не ответил. Пидор. Про видео-то? Ну. Так он не ответил, я не понял нихуя. Он сам тактику-то знает. Сам не знал видео. Может, не туда отослал? Вроде туда. Чё, дай мне на хранение этот чудесный поясок из мифрила. Я слизней положу сейчас. Да можно ролить начинать. Да я уже два куска забрал так вчера. Кир, да разгадывай сразу. Шмот, чё ты? Личи гэц. Пояс. Надо камни сюда сделать. Есть такой синяя полироль. Три штуки. По-братски. На красную, давай поменяю. По-братски, чё ты. Так вот нету у меня красной. И синих тоже, да? Ты всё разрулил? Не ролит никто, чек на пол. В смысле, а пояс разводит? А пояс я забрал. Пояс у меня, вот этот. А на успех, когда руливали? Кого? Кого? Штаны там. А, он кинул, вон они, брюки из кожи, плети. Он же написал мейн, а потом офи. Ну, чтоб на хила хилить, на хила рулить, то есть. Ну, хочешь, тебе дадут. Мозг зашел. Что там с долоком? Мазер зашел. Еще раз чек на пух. Поднирол, короче, киньте трейд, кит кому надо. Все готовы. По отчету пуляю. Давайте не обозрёмся, пацаны. Это будет красивая победа. Что, Геру даете, да, тут? Давайте. Личные новости, народ! Слизь снова потекла! Я чувствую себя БДК при актуале Т4. Можно набрать агро и отойти. Я так и делаю. Ты так делаешь, прото. Он так делает, медведь. У нас челик танчил тоже. На лане, говорит. Дам две ЛПшки, говорит, я аниме смотрю. Трубы для подачи ядовитых.
какая прелесть, на мне висит частица и до резерв. Тебе еще надо зубы, крылья и щит, шаман. Интересно, что у нас минус 2, блядь, уже? Отличные новости, народ! Слизь снова потекла! Липучка-вонючка! Сейчас же на кофе. Да. Конечно. О, может, травма упадет наконец-то? Хрен, уже 2 месяца ее не видела. А ты разраливай с этой хуйни сразу с босса, чё не можешь там? У меня нет ассиста. Не, я просто с горна. Да и Кирс, ой, Кават может там порвать. Там осколок упал. Только лечу 389 кил. Вот 1883 пояс. Вот такой вот. Да, Лёш, мне про. Так что, синий кулер или нету ни у кого? А что, плащ можно на офспек пароль? Тоже на офпароль плащ. Кто за на офспек? Джокер 838. Ролим на ух. Лич, у тебя это не ух. Что? Почему это не ух? Потому что это мейн. Почему мейн? Потому что ДД спеки только... Если ты ДД и ты ролишь на ДД спеку, который у тебя оффом, это значит мейн спек. У меня 2 ДД спека. А, у меня даже 3 ДД спека. И что? Мои проблемы. Это все равно все ДД спек, мейн спек. Здесь... С офспек считается танк или хил. Все. У ДД. У нас нет офспека в ДД. Только если... ДД может только быть, если это кот и сова, там разные шмотки. Или энхи, или эм. Там тоже разные шмотки. Хильте мишку. РДД и мили.